Я уже такая чернюшка. Уже такая загорелая. Никита поехал гулять с ребятами. У него же здесь друзья. Это я приехала в отпуск сюда, как на дачу, да? А он-то уже здесь живет. Поэтому он здесь уже обзавелся друзьями. Вот они поехали. Все встречаются, гулять. Молодежь. А я вот тут такая вот. Всегда с собой в дорогу беру вот такую маленькую сумочку. И она такая, знаете, очень удобненькая. В нее берег она зеркальцем. А во-вторых, она очень удобно сюда вот карточки, денежки положить под молнией. А сюда я всегда кладу телефон. И видите, можно карточки положить. Ну, я все под молнию кладу, а вот сюда кладу телефон только. В общем, удобная такая маленькая сумочка. Вот. И вот здесь вот еще сбоку, видите, у меня кармашек у нее есть. Тоже очень удобно. Так вот раз, телефон быстренько кинул. И она такая на цепочке, очень удобно ее с собой таскать. Ребята, смотрите, какая классная вообще... Вытащи, пожалуйста, пепельница. Вы же знаете, я не курю, но муж у меня курит, и мне так эта пепельница понравилась, красивая. Это Артура Фенте, да? Артура Фенте, да. Да, это... Кстати, это сигары дорогие. Это... Нет, это сигары дорогие. Я Артура Фенте. Да, это сигары классные. И этой же фирмы, смотрите, они выпускают пепельницы. Очень тяжелая, такая добротная, классная пепельница. Сейчас посмотрим, за сколько он мне даст. Говорит, 250. Я говорю, не хочу 250. Вот за 100 долларов я у тебя ее возьму. Босс говорит, меня повесит. И вот эта мне еще пепельница понравилась. Ну вот эта маленькая мне что-то не особо нравится. А еще вот эта вот есть. Но она стоит 400 долларов. Но она такая маленькая, она даже не стоит 400 долларов. Поэтому она мне как-то за 400 совсем ее не хочется. Здесь сигары. А вот эта красная мне нравится. Но мне еще муж любит красный цвет, поэтому красная пепельница... Мне точно нравится. Она такая массивная, классная такая. Ну что, я сегодня ужинаю одна. Я взяла себе чай. Воды мне принесли. Я взяла, опять же, такие овощи. Салмон, лосось. Не знаю, какие-то колечки. Маленький шашлычок я взяла. Плов и сырная такая котлетка. Все, больше ничего не брала. Взяла себе арбузик и манго. Ну и как же, девочки, без сладкого? И вот с таким вот прекрасным видом я ужинаю. Я на открытой террасе, потому что там в помещении прохладновато. А я все-таки девушка теплушная, поэтому мы будем с вами лопать на аутсайд, на улице. Ну а Никита у меня с друзьями покушает либо где гуляют, либо он приедет и поужинает в отеле, потому что ужин у нас в отеле до 11 часов. Вы мне сейчас скажете, Алена, ты ничего не взяла такого вкусненького особенно. Я не люблю осьминогов, я не люблю морепродукты.
Я из морепродуктов ем только креветки и лобстера. Но креветки, все вот это вот такого плана, то, что я кушаю, они у нас на обед. А на ужин это чаще всего осьминоги, мидии, ракушки всякие. А я их не кушаю и не люблю. Один раз я кушала салат из раковины, причем сырой салат. Мы были тоже также в Доминикане и были на яхте. И у нас был, значит, мы компанией были на яхте, и нам повар готовил салат из пойманной ракушки. Ну, поймали ракушку, и из нее прям раскрывали большую, нарезали салат. И взбрызгивали только лимоном. Я его съела, было вкусно, такой протеин. Но когда мне сказали, что это из ракушки, если бы я знала до, я бы его не съела вообще. Но так как я его уже съела, было говорить мне поздно. Я уже увидела останки вот этого раковины. И теперь, когда я вижу вот эту вот белую нарезку, которая такая вот, ну, грубо говоря, напоминает кальмар, я очень-очень аккуратно к этому отношусь. Больше никогда это не кушаю. Я, ну, вот я говорю, из морепродуктов это вот только лобстер, лангуст, креветки. Все, никакие мидии, никакие там вот эти всяких штучек-дрючек морских я не кушаю, как-то мне неприятно их особо кушать. Поэтому я вот обойдусь лучше пловом и красной рыбкой.
уже была в номере, уже лежала. Никита звонит, говорит: мам, пошли чай пить. А почему звонит? Он же уезжал к друзьям, они гуляли. И он вот возвращается, говорит: я знаю, ты по вечерам чай пьешь, пошли чай пить. Ну вот иду, тащусь. Сейчас он уже приедет на такси, а я иду с номера. Пойдем с ним чай пить, чаемничать. А раз его не было, я сегодня одна на шоу не пошла. Но там вот шоу идет. Сейчас посмотрим, что там. Вот еще один ресторан у нас на пляже. И вот с таким он прекрасным видом. Еще один ресторан. Тут видите, какая огромная территория. Вон сейчас, видите, подплывают катера. Там будет сейчас шоу. Здесь, по-моему, это где акулы. Вот это вот место, это где акулы как раз. Вы представляете, пляж? 2 километра пляжа у отеля в ширину, вот так вот. Поэтому лежаков, вы видите, вообще недостатка нет, ничего нет. Это я уже повторяюсь, но это просто великолепно. Везде играет музыка, сальса, бачата. Вот видите, молодой человек беседку ставит, вот эту вот красную, которую. Это заказали романтический ужин на берегу океана. Там накрывают на двоих, на четверых, ну, на пару. Сколько человек там, или на семью. И вот так вот накрывают здесь романтический ужин. И сейчас вечером вот так вот будут они стоять. Много кто пользуется этими услугами. Это отдельно оплачивается. Чуть больше $100 цена, вот насколько я помню, по прайсу.
Смотрите, какая хвоя. Прям рядом с пальмой, кстати, растет. Тут охрана кругом. Это детский мини-клуб. Вон там уже идет целый взвод детей. Они только что здесь играли на площадке. Вон, видите, идут гуськом строем. Здесь несколько мини-клубов. И игровые зоны, и для маленьких, и песочная зона поиграться. Здесь вот такой вот мини-клуб. И вот так вот они здесь занимаются с маленькими детишками. Здесь мини-клубы по возрастам. Это для маленьких. Видите, площадочка здесь детская. Все огорожено, то есть родители сдают детишек. И здесь несколько воспитателей смотрят за детишками. Очень замечательно придумали. Отдельно. Так вот под навесиком, в тенечке. Замечательно вообще.